вы как приехали, как разместились, довольны условиями? Мы приехали после... Вчера была тренировка утром, прилетели вечером, отдохнули, и сегодня утренняя тренировка. В принципе, все хорошо, отель хорошие, условия замечательные. Можно сказать, что немножко отвлекают виды, потому что слишком красиво. Да, но здесь всегда так красиво, а тренировок ничего не отвлекает, потому что созданы все условия. В принципе, то, что готовитесь именно в Австрии, а не в России, насколько это здорово, комфортно? Не знаю, здесь очень хорошие условия, хорошая погода, хороший воздух, и я считаю, что все правильно сделали. Что-то уже примерно понятно, как проходят тренировки, это отработка тактики, отработка техники, на чем делается оценка? Ну, сейчас пока более такие втягивающие тренировки, а по тактике, я думаю, чуть попозже будет. Скажите, какие ваши первые впечатления от долины Штубай? Впечатления самые замечательные. Мы здесь год назад сборы были с «Динамо», и, насколько я знаю, здесь же сборная готовилась к Кубку Конфедерации. Да. Еще? Адаптировалась уже сборная России, все же первые. Ну да, первые 2-3 дня так прошли, нормально, ребят, много кого знаю, поэтому с адаптацией проблем нет. Главный тренер какие-то личные беседы с вами вел? Ну, пока нет. У вас есть понимание, на какую позицию вы будете играть? Нет. Пока такого понимания нет, главный тренер все скажет. Сильно переживаете, что попадете или не попадете в итоговый заявочный лист? Ну, я думаю, что главный тренер сделает как бы правильный выбор, вызовет сильнейших, а мое дело работать. С кем больше всего общаетесь в сборной? Ну, со всеми по чуть-чуть, но больше, наверное, конечно, с Костей Раушем и с Ромой Зобниным, потому что вместе играли.